Здорово, ребята! Сегодня у нас офигенные новые игры, они все бесплатные, все в них сейчас играют. Давайте найдем самую интересную игру. Я скачал 8, они все самые прям скачиваемые сейчас в магазине. Если зайдете, там самые загружаемые игры, вы найдете эти игры. Первая игра — это High Heels. Я в нее вроде играл уже. Смотрите, что надо делать. Нужно собирать такие штучки, становиться выше и проходить все уровни. Если вырубить Wi-Fi, в игре нету нету рекламы, и все, играть можно очень просто. Смотрите, я сейчас пройду уровень идеально на 100%. Смотрите, ни одной ошибки пока не допустил я. В центре вот тут вот, оп, можно было ошибку допустить. И я даже выше, смотрите, какие у него, какие каблуки у него высокие. То есть, если высокие каблуки, вы отлично прошли игру. Если они низкие, вы не очень, вы допустили ошибку, значит. Погнали дальше, сейчас покажу вам крутые уровни. Это 8 уровень, вообще в игре очень много уровней. Чем они отличаются, я не знаю. Мне кажется, они все, ой, более-менее одинаковые. Чуть не упал, вы видели? Я чуть не упал. Так, вот тут держись, держись. Вот тут вообще легко, у меня очень высокие каблуки сейчас. А для чего тут даймонды еще надо собирать? Это типа там открывать какую-то одежду, еще что-то. Я как бы не собираю это, если что. Мне это не интересно, поэтому я могу пропускать их. Вот сейчас вот, если есть какой-то даймонд, мне все равно на него, я могу его пропустить. Так, ну что, смотрите, офигенно, как я прошел. Посмотрите, посмотрите, какие у меня высокие каблуки. Класс. То, что надо, 8 уровень идеально пройден. Респект, ребята, учитесь, как надо играть. У меня Андромалика, я профессионал в этом деле. Если вы тоже хорошо играете, пишите название вашего канала, я взгляну на вашу игру. Но что-то мне кажется, лучше меня никто не играет. Я топ-1 игрок во всем мире. Ой, ошибка, ёшкин матрёшкин. Вы видели, да? Я ошибся. Поэтому, ну это потому, что я комментирую, отвлекаюсь, надо что-то говорить. Из-за этого я допускаю такие ошибки. Так, конечно, не надо было так делать. Так, аккуратненько идем. Так, 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 так. Вот здесь вот, смотрите, я мог быть на 2 бонуса больше, выше. У меня нормально, я прошел, но только у меня уже ничего не осталось на ногах. Ну что ж, вот такая вот игра. Рекомендую всем, она прикольная, без рекламы можно играть. Вырубайте интернет и играйте с удовольствием. League Runner у нас следующая игра, вторая в сегодняшнем списке. Сегодня 8 игр. Буквально за, не знаю, за сколько. О, здорово, здорово, ребят, здорово, это я, да-да-да. Кто меня не видел, это был я. Так, League, давай, мороженое, ням-ням-ням-ням-ням. Мороженое можно лизать. Так, аккуратненько. Так, вот это нельзя лизать. Хорошо, пропускаем, пропускаем. Так, вот это можно, пироженки. Вот, кстати, я не люблю пирожное с шоколадом, как и мороженое вот такое шоколадное. Фу, я бы не лизал даже такое, мне не нравится. Вот это пирожное первое вкусное, второе я бы пропускал. Аккуратно, второе бы я пропускал в реальной жизни. Мне не нравится вообще шоколадное мороженое. Я люблю шоколад какой-то, да, но вот чтобы если в мороженом, да ну. Я лучше беленькое мороженое возьму какое-нибудь, съем, чем вот это шоколадное. Лайк к видосу, если вы согласны со мной, у вас такие же вкусы в жизни. Так, а что это такое, подождите. Так, давайте, сейчас будет что-то нам... О, не-не-не, это не надо. Так, мороженое можно, так. Это какой-то бонусный уровень, у меня такого не было, 7 уровень. Ой, динамит, или что это? Не надо динамит есть. Это баклажан, по-моему, был, но баклажан вроде надо есть. Так, вилку пропускаем. Хот-дог с удовольствием. Ням-ням-ням, это бананчик, походу. Это у нас еще типа сэндвич какой-то большой. Все, отлично. Вот такая вот игра, тоже, в общем, незамысловатая. Тоже, видите, интернет вырубил я, можно играть. Потому что есть игры, где интернет выключаешь, и она пишет, извините, пожалуйста, включите Wi-Fi, иначе поиграть не сможете. Так, что здесь такое? Подождите, а что это? А, прыгать надо. Подождите, а я нормально прыгаю? А, что-то у меня плохо прыгает он, ну-ка еще раз. О, полетел нормально, потому что, видите, справа соперник, он быстрее меня начал. Мне нужно отыгрываться как-то. Но я что-то не собираю, там надо собирать какие-то пироженки. Но мне что-то не получилось. Ну ничего, зато я первым приеду, у меня там в конце сундук сейчас ждет, смотрите. Ну-ну-ну-ну-ну, еще, давай, катись, катись. Сундучок хоть возьмешь? Сундук, по-моему, по-любому он берет, он его не может перелететь. Вот такая игра вторая, ну что у нас дальше? Emoji Run. Кто любит текстить эмоджами всякими, сообщения, это для вас игра, ребята. Тут полно всяких эмоджей, надо будет повторять, что-то кликать. Так, только не говорите, что она без интернета не запускается. Не, запускается, запускается. Ну, согласись, что ты запустишься. Алло! Алло! Кстати, вот, можете смотреть, как я записываю видео. Видите, стабилизатор такой. И здесь телефончик прикреплен. Так, походу, нужен интернет. Ё-моё.
Врубаем интернет, ждем, пока появится Wi-Fi. Появился Wi-Fi. Можем запускать игру. Да, но мне не нравится, конечно, сейчас будет реклама. Вот она быстрее запускается сразу. Предлагает мне что-то там купить. Так, что тут играть? Так, лайк. Вот такой лайк. Нажимаем. Хорошо. Дальше у нас звездочки. Звездочки — это вот эта вот кнопочка. На нее нажимать надо или что делать? Я вот не помню просто. А, просто нажимать, да. Так, так, вот так. Хорошо. Второй лайк. Так. Все, я прошел. X2 очки. Нормально. Главное, чтобы сейчас рекламы не было. Пожалуйста, давайте помолимся, чтобы не было рекламы. Похожая игра, что я играл. Помните? Вот это, я не знаю, что это за реклама, видите? Как она называется? Тоже поиграем обязательно. Что за игра вообще? Так. Ладно, поехали дальше. Рекламу пропустили. Что у нас дальше? Так, надо вот такой лайк. Не лайк, эмоджи. Так, теперь вот этот эмоджи, он перевернется. Давай. Это второй уровень всего лишь. Хочу посмотреть, что дальше будет. Пожалуйста, без рекламы. А что такое? Это любой нажать надо, что ли? Стоп. Ой, подожди, стоп. А, это тут можно превращаться в какашку даже. Смотрите, я даже не знал про это. Можно какашечкой так. Пух. А какашка нормальная вообще? Не, она, кстати, катится плохо. X2. Тут можно превратиться... О, X4. Я еще лучше прошел, чем должен был. Так, и рекламу будем смотреть. Нет, не будем. Ждем крестик. Эту игру я, кстати, тоже играл. Это 3 в ряд в игре, по-моему. Если это она, напишите в комментариях, если это эта игра. Да, это она. Вау! Че, как ее день? Давай в зелененький. Так, что тут? Ого! Так, что тут у нас? Нет, спасибо. Ладно, в эту игру поиграли. Погнали, интернет. Вырубаем интернет. Run Rich. Ты становишься либо бедным, либо богатым. Сейчас посмотрим, кем мы станем. Так, поехали. Так, я пока что бедный. Собираем бабки. Это... До них нельзя дотрагиваться. Это грабители. Теряем все деньги практически. Так, LinkedIn надо сюда. Так, денежки собрали. Почти идеально у меня. Сейчас, правда, вот придется... Не, нормально, прошел я. Все, максимально. Я миллионером стал, смотрите. Миллионер. Вот это да. Так я до конца сейчас пройду. Смотрите, открываем первые ворота. Вторые ворота открыли. Третий и четвертый. Вообще идеально прошел. Смотрите, меня ждет какая-то тачка. Походу, это это Феррари. Это Феррари, ребята, извините, это не Ламборгини. Это Феррари ждет меня. Вот так вот, все просто. Играйте в игру, становитесь. Вот, главное, видите, не играть в казино. Вот эти однорукие бандиты, избегаем их. Так, также алкоголь вот этот избегаем. Можете считать, что это также энергетики. Их тоже лучше не пить, энергетики всякие. Все это плохо, ребята. Лучше просто вот ходить по улице и деньги собирать, вот так, как в игре. Вот это вот идеальная жизнь, я считаю. До конца, кстати, я рич не стал, но, может быть, сейчас еще чуть-чуть мне осталось. Смотрите, я могу попробовать стать миллионером. Не хватило на этот раз. Давайте еще третий уровень. Что тут поменяется-то нового? Так, этих избегаем. Это какой уровень? 6-й. Так, бутылки не собираем. Надо аккуратно играть. О, это какой-то чувак деньги просто дает. Вы видели, да? А я чуть за чувак был. Стоял, короче, я подошел, он мне деньги дал. Вот класс. Так, сохранять деньги или... Так, университет, хорошо. Так, вот попробуем собрать. У меня осталось чуть-чуть еще. А тут, по-моему, без разницы, сколько ты денег, мне кажется, собираешь. Ты уже как бы прошел уровень, а здесь уже никогда не дойдешь до последних ворот, если ты изначально не миллионер, я понял. Ладно, погнали. 5-я игра Muscle Race. Сейчас будем мускулы себе наращивать, чтобы пройти. Ого, она сразу говорит, пожалуйста, включите интернет. Может мне заплатить деньги, чтобы рекламы не было? Сколько стоит, кстати, интересно стало. Вот. Сколько тут в меню заплатить, чтобы мне прям без рекламы играть можно было, если так можно. Ладно, какой у меня цвет? Какой цвет я собираю? Красный. Вообще красный, я хотел другой цвет собирать. Кто? А это трусы, надо на цвет трусов смотреть, я понял. Собираем, смотрите, какой я прям, ух, красавчик, ух, какой. Ой, сдулся я. Все, сдулся. Скатился, сдулся. Так, ой, а тут, оказывается, врезаться нельзя, я не знал. Ой, это что такое? Реклама? Я же не прошел уровень. Ну что это? Что это такое? Закрываем.
Очень похожая игра вот эта по иконкам на Clash Royale, согласитесь? Лайк в чат, в комментарии, если вы согласны со мной. Мне кажется, все увидели, что это так и есть. Так, бегу. Здесь на самокате сейчас дальше будем ехать. О, только красные, потому что еще никто из других игроков не прошел сюда. Смотрите, какое у меня большое преимущество. Я собираю, меня никто не мешает. Вообще никто. Ура, они вообще отстали. Я могу вообще ничего не делать, мне кажется, они отстали. Опять, снова реклама. Да я не хочу в эту игру играть, отвалите. Это как Angry Birds Evolution, такая же игра была. Помните Angry Birds Evolution? Реально, вот я запоминаю очень хорошо игры. Это вот один в один игра по геймплею. Я не знаю, что там дальше в игре. Так, что так быстро сдулся? Я столько качался. Видите, качаешься годами, а сдуваешься за 5 минут вот так вот. Вот такие вот реалии. Так. Ну, хватит мне или нет? Тут не хватило. А тот чувак нет, тот чувак не доехал. Это хорошо. Думал, ему тоже хватит, и все, он первый будет. Так, хорошо, проходит. Короче, в эту игру невозможно играть, потому что каждые 30 секунд идет реклама, как я понял. Все, убираем. Body Run. Не рекомендую эту игру. Никому не скачивать, ребята. Не поддерживайте разработчиков за такую ерунду. Загрузка. У нас мишка есть, значит. Если мы едим бургеры, мы толстенькие. Мы провалимся, например, вниз. Вот здесь вот было стекло, пол, да, стеклянный. Мы бы провалились. Но я бургеры не собирал. Я умный, я гений. Так, ключи для чего собирать? Это в конце бонусы сундуки открывать. Можно их не собирать, честно говоря. Тут я не знаю, что тут открывать в этой игре. Ой, я толстый стал случайно. О, здесь надо брать, потому что здесь надо либо разбить стекло, либо наверх забраться. Так, вот здесь снова бургер берем, мы тут стекло разбиваем, здесь надо прыгать, огурчик съели, здесь разбивать надо, здесь снова разбивать, здесь огурчик, перепрыгиваем, и сюда, ура. Вы победили, следующая награда, бла-бла-бла, так, хорошо. Так, огурчики собрали огурчики, так, аккуратно обходим, сюда, так, огурчики нужны, или мы упадем сейчас, держись, не падай, хорошо, идем, так, нет, бургеры, извините, Макдональдс не хочу, странно, что тут какие-то огурцы вообще не супер, по-моему, диетическая еда какая-то, не знаю, на огурцах, огурцовая диета какая-то, что ли, как так получается, что огурцы тут надо есть? Я вообще никогда не подумал, что есть какая-то огурцовая диета. Я понимаю, что другое есть. В огурцах особо нет каких-то таких витаминов, из-за которых ты будешь прям хорошо выглядеть, худеть и прочее. Там просто мало калорий, наверное, и все. Зачем огурцы? Я бы помидоры бы ел. Пусть бы помидоры делали. Так, а я перепрыгнул. А, здесь надо вверх. Хорошо, пока идем нормально. Так, бургеры. Один пришлось есть по-другому. Иногда тут специально так сделано. Бургер невозможно пропустить, потому что места нету. Так, сверху огурчики у нас тут. Огурец. Ля-л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 я. Ням-ням. Прыгаем. Бургер придется сожрать. Здесь прыгаем. Здесь снова прыгаем. Здесь бургер ждет меня. Здесь огуречек. Здесь бургер. Бургер. Ура. Ну что ж, эта игра более-менее. Кайджу Ран. Следующая игра. Здесь, по-моему, тоже нужно интернет врубать. Нет. Или не надо? Ну-ка. О, можно играть. Ой, это что такое? Подождите. Я же играл в эту игру, там было что-то другое. Я какой-то дракон. Это что, новое обновление вышло? Потому что такого не было. Я реально большой дракон становлюсь. Смотрите, большим драконом. Третий уровень. Ой, сейчас буду сражаться, смотрите. Так, давайте бахнем его, бах. И сейчас он улетит туда, да. Это реально обновление, такого не было у меня. Это вот, сегодня, может, вышло обновление, короче. Или это такой уровень секретный попался мне. Сейчас будут опять снова обычные уровни, сейчас посмотрим. Level complete. Так. Машинка какая-то стоит, полицейская. Не знаю, что с ней не то. Так, а мы уже так нормально. Мы гориллой становимся. Бах, разнесем сейчас все. О, максимальный уровень 5 у меня. Ну давай, улетай, бах. Да, готов, парнишка. Красота, следующий уровень. Давайте еще один уровень пройдем. Вам нравится игра? Не нравится все. Я ответил честно. Мне не нравится игра, не хочу лайкать ее.
Или лайкать, ребята, как напишите в комментах, так и будет. Поставлю лайк в отзывах в магазине на эту игру, если вы скажете, что она реально хорошая. Но мне кажется, не стоит лайкать такую игру. Она однообразная, и ее, мне кажется, можно сделать за пару дней, такую игру, честно говоря. Я, конечно, не эксперт в этом, но если прям собрать ребят, сказать, сделайте вот эту игру за 2 дня, они сделают ее за 2 дня. Стопудово. Так, и у нас последняя игра Queen Bee. Queen Bee! Queen Bee! Сейчас будем играть. Что за игра? Что за игра? Что за игра? Вы, наверное, уже все играли в нее. Она уже давно вышла. Это я только торможу иногда. Так, что-то она тормозит. Как-то вообще прям жесть как тормозит. Наверное, без интернета, потому что я запустил ее. Так, может, специально сделали. Смотрят, нет интернета. Все, сразу как бы вырубают все. Так, в ТикТок танцуем для ТикТока. То есть, если есть Инстаграм, вы здесь выбрали. В Инстаграм там фоточку надо делать. Для ТикТок надо танцевать, короче. Ура! Ура! Так, что-то мало лайков нам поставили. Что-то я неправильно прошел. Напишите, кто знает, что я неправильно сделал. Что-то как-то мало лайков поставили нам. Так, что это мы тут выбираем? Не знаю, что-то выбрали. На лужу нельзя наступать. Обходим аккуратненько. Так, здесь нужно платье какое-то выбрать. Джинсы типа слева плохо, а платье лайк. Все, мы стали королевой. Смотрите, сколько тут народу возле нас. Типа королева школы, да? Типа в американских школах есть такое понятие, наверное. Я не знаю, на самом деле, о чем это. Ну, наверное, типа ее все знают, все с ней тусят. Она там, типа, самая главная такая, типа, крутая. Но в моей школе такого не было, честно говоря. Может быть, это сейчас, типа, молодежь другая. Там ТикТок, Инстаграм, все дела. Фейсбук. А раньше такого. А что такое Т? Это что такое Т вот это? Это какая-то социальная сеть непопулярная, да? Просто я не знаю, что такое Т. Подскажите, вот, наверное, я отстал от жизни. Это какое-то мега-приложение интересное, популярное. Я только его никогда не скачивал. Ну, просто тут измененное, и это логотип измененный. Я поэтому не могу понять, что это такое. Может быть, я скачу. Может быть, это Facebook был? И типа дизлайк за Facebook. Никто уже в Facebook не сидит, поэтому типа не надо было так делать. Ну, давайте последний уровень, 7-й уровень. Так, собираем это. Хорошо, со мной 2 девчонки уже, 3 девчонки. Так, обходим этих. По-моему, нельзя с ними сталкиваться. Сразу драка будет, по-моему. Вот поэтому я их избегаю. А слева, если стоят, можно к ним подходить? А, они тоже к нам присоединяются. Нормально, нормально. Тогда надо к ним подойти сейчас. Ну все, я королева. Королева! Тш-ш-ш. Музыки просто нету, плохо. Ну что ж, вот такие были игры. Все бесплатные, в магазине заходите. И на андроиде они все эти игры есть. И на айфонах, на айпадах. В общем, играйте. Ну, если честно, мне особо тут нечего порекомендовать. Может быть, одну игру только. И эта игра, знаете, какая? Наверное, первая. High Heels, она более-менее была интересная. А все остальное, ну не знаю, так себе. А вы напишите, какая вам нравится из 8 вот этих игр. Напишите в комментах, что бы вы посоветовали другим скачать. Я вот первую игру рекомендую High Heels скачать. На следующий ролик у меня тоже похоже. Похожие игры подготовлены, тоже с магазина, самые популярные, скачал. Так что подписывайтесь, лайк, колокольчик, и еще не забудьте подписаться на канал Булочки. Напишите на YouTube канал Булочки, подпишитесь на нее, у нее тоже будут многие такие игры на канале, она тоже их оценит. Мне интересно, как она их оценит, как понравятся Булочки эти игры или нет. Вот мне понравилась только одна сегодня. Ну все, всем пока, спасибо, что смотрели, хороших вам выходных, настроения, здоровья, и до новых встреч, пока!